на днях иду себе, никому не мешаю, сфотографировал. Почему? Когда-то я вырубил сливу, спилил сливу просто. Тут была мощная вишня. Вот, она была посажена по всем правилам на холм. Она никогда не сопреет, даже на ровном месте. Они очень терпят вообще влагу. Вот. А потом и ноль внимания. В самом дальнем конце сада. Вон, сетка рабится к соседу. Ну, подхожу мимо, дай-ка я сфотографирую. Вместо того, чтобы сдохнуть. Вот. Живучесть невероятная. Я лишний раз подчеркиваю. Вот. Наши враги – это секаторы, пилы, когда мы калечим деревья. Вот. Их так трудно искалечить. И ведь это надо умудриться принять все меры, чтобы искалечить. Вот. Теперь еще пример. Это иду по саду, опять никому не мешаю. Это было 8 мая. Ну-ка дальше. 8 мая, да. Тема была такая. Я, к сожалению, потом не смог несколько дней приехать, и я пропустил момент цветения кончиков. Заметьте, я не сказал роста кончика веток, а цветение. И если вы мне верите, если среди вас есть специалисты, которые прошли ту же школу, что я, то есть своими глазами видели, смотрите. Итак, я, тут у меня несколько, 5-6 яблок растет подряд. Вот жалко далеко, да? Но даже здесь, где далеко, опытный глаз скажет, что те ветки, которые не были отрезаны на прививку, они все цветут на концах веток. Ну, давай ближний возьмем. Поехали. Букет цветов. Раз, букет цветов. Два. Букет цветов. Три. Букет цветов. Четыре. И ветка отрезанная на эту, на прививку. Идем дальше. Я ничего не выдумываю. Здесь другая ветка. Итак. Цветы на конце. Цветы. Цветы на конце. Цветы на конце. Так нет. Берем дальнее дерево. Цветы, 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 все на конце. Если есть не на конце, то редкий случай. Следующая ветка. Вот он букет цветы. Вот это отрезано на прививку. Плодовая почка была. Самая крайняя. Вот тут она была. Вот. Это нет. Вот тут, вот, понимаете, как разрушается мой, так сказать, образ. Это плодушка. Это плодовая ветка. Она, это не ветка, это уже готовая плодушка. Ну, ладно. А вон опять это. Еще посмотрим. Ага. Опять цветы. Цветы. На концах цветы. А вот это я отрезал. Нет цветов, потому что я отрезал. Вот это отрезал. Это на прививку. Фух. Все, нет. Не все. Цветы. Цветы. И скажите мне на милость. А? Феи. Это те. А вы представляете, вчера включая телевизор, так материться хотелось. Опять учили нас деревья садить. Опять в трубы вкапывали. Они не стали новый фильм создавать. Они все тот же показали. Потому что показали бы новый, мне пришлось бы им показать деревья, которые прошел год. Их наверняка выбросили. Это умудряется, когда где-нибудь в июне с листьями садить деревья и надеяться не обрезать. И надеется, да еще дурью мается с этим. 5 видов перегноя, этого удобрения. Вот они и есть. Я к ним говорю, феи, вы в следующий раз, когда... Да вам прикажут, вы это все равно. Вот. Когда она берет, подходит дерево достаточно взрослому, отрезает ветку, типа того, вот. Отрезает ветку, да, горизонтальную. Вот. Вот такие вот. И при этом говорит, такое впечатление, что это зомбирует. А потом идет получать серебряники, а человеку надо на этом дереве еще 50 или 100 таких отрезать. И пониже, и на уровне головы, и со стремянки. Ведь если по этому принципу, так надо резать дальше. А подождать, когда они зацветут. И зачем их вообще резать? Вот это вот самое, наш уровень.